Мы ехали в Крым отдыхать. У нас план был ехать на Фиолент с палатками, посмотреть на море, посмотреть на мыс. И мы решили сделать это как истинные путешественники автостопом. С платной дороги мы сели в автобус. И там уже вся история началась. Этот автобус нас и завез в Дагестан обманом. Когда я понял, что это въезд в Дагестан, я поднял кипиш. Я побежал к водителю. Говорю, что слушай, я говорю, сейчас стекла буду бить. Говорю, тормози, говорю, свой автобус. Я не собирался никак в Дагестан, говорю, ехать. Мы разговорились. Он сказал, вас продали, говорит, на кирпичный завод. До Дербента доехали. А там уже была покупка, продажа. Был магазин. Нас встретили с утра две личности, которые захотели выяснить, что мы умеем. Второй выяснил, что он, точнее, объявил о том, что он в теплицах. Я стоял, просто слушал, они общались. И говорит, мне нужны как раз-таки в теплицу рабочие. Я стою и понимаю, что какая-то фикция. Средь бела дня людей продают. Я стою и понимаю, что либо бежать сейчас, что я не могу, так как я на железках продвигаюсь, и кричать, что-то делать, предпринимать. Не спрашивая нас, он просто передал 50 тысяч водителю и сказал, что они мои. Те начали нас подталкивать в машину, типа, ну садитесь. Нас посадили в машину и повезли в Новую Маку. Потом впоследствии нам наш покупатель, наш хозяин, я его называю барином, сказал, что... Чуваки, вы должны эти 50 тысяч отработать. А у меня тогда вы будете свободны вообще.